Давайте изначально возьмем то, что, во-первых, ничего страшного нет, и весь мир не перевернулся. К этому фотографу уже бывали претензии, и не одна, и не раз, за его, так сказать, фотографии на грани. Я на выставке не был, я не видел, но по ситуации, по цитатам, которые были в интернете, это достаточно глобально непристойные были фотографии. Я говорю, как, так сказать, это явно педофильского направления какого-то ужасного при какой-то эстетике. Но тем не менее. Но говорят, что не эти фотографии на выставке, но факт вообще присутствия голых людей, как он говорит, своих соседей и друзей, которые согласились, никто же не говорит, что... Я не уверен, что это большой предмет искусства. И если, так сказать, увидели в этом определенные, так сказать, факты, по-моему, страшного ничего нет, давайте ограничим, потому что количество всякого педофилического направления, к сожалению, трагическое становится, просто трагическое, и слева-справа происходят всякие неприятные вещи. Понимаете, то священник возит с собой девочку, почему-то по всяким, и вечером они вместе чистят от свечей, то есть подозрительная какая-то история. И так вот сейчас там в Омске, что ли, я только что слышал сегодня. Да что я рассказываю, количество таких историй очень много. Они, может быть, не все настоящие, но факт остается фактом. И мне кажется, что страшного ничего нет, и истерии в этом большого нет. Понимаете, это же не Рембрандта закрыли, которого мы все знаем, и говорит, за что. Или вот сейчас выставка Рафаэля, понимаете, я говорю. Это огромная разница. Я не уверен, что голые тела всегда будут иметь большой успех в фотографиях. Достаточно спорно. Поэтому я считаю, я не видел из-за глаза, как в старые времена, я книжку не читал, но хочу сказать. Я не видел, но ничего, так сказать, смертельного я не вижу. В данном случае я стою на защиту вообще, так сказать, людей порядка какого-то. И ничего в этом смертельного нет. Жаль, что Министерство культуры, так сказать, сходу не обнаружили такие вещи. Тем более, что у него все время происходят какие-то проблемки. Я бы ужаса не вижу. Это, так сказать, предмет там для каких-то эхо Москвы, который, так сказать, с утра до вечера кричит, какой ужас. Да никакого ужаса нет. Ну, нету в этом никакого ужаса. Понимаете, и фотограф – это одно, а великие художники – это другое. Они, наверное, немножко по-другому и шли этим путем. Поэтому это называется искусством, и никто не смеет обзывать это порнографией или какой-нибудь педофилией. Я, кстати, вообще у них обнаженных детей не видел никогда, и слава богу.